Добрый день, это канал Максимадзе, и сегодня мы снова поиграем в фанатские, скажем так, моды, игры по обычному Super Mario Bros. Ну, есть такой редактор на ПК, работает игрушка с платформы Java на компьютере. И сегодня я покажу вам парочку модов, и первый мод... Вот первый уже точно можно модом назвать, не игрой отдельной. Потому что я, как уже говорил, я выпускал свою фанатскую игру. Это Super Mario Bros. Java Edition, которая не просто порт типа оригинального Super Mario на ПК. А там, как можно сказать, сборка. Как Денис Мейджор сказал, сборка. То есть там не только уровни с первой части, там еще есть второго Super Mario, который Lost Levels... смешанно, еще там режимы можно, в свободном режиме можно выбирать уровень, можно проходить все уровни сразу по смешанию, можно по отдельности. Ну и также в январе этого года я выпустил делюкс версию, которая включает в себя еще полноценную игру Super Mario Bros. Special, которая выходила от Hudson Soft в 1986 году для парочки домашних компьютеров, и еще 16 уровней с необычных таких, с других новых. И, короче, мод, который сегодня смотрю, его сделал опять же я. Это модификация, называется TextureSwap. TextureSwap, и сейчас вы сами, давайте выберем Mario Game, мы сами все поймете. Короче, все текстурки, которые на оригинальных уровнях стали текстурками из Lost Levels, и, а на уровнях из Lost Levels стали текстурки из оригинала. Короче, на всех местах изменены текстуры. Ну, давайте Classic Levels возьмем. И стандартный этот режим. Вот как видите, и он у нас в графике из Lost Levels, в рисовке. Или же Super Mario Bros. 2, как хотите называйте. А в уровнях из Lost Levels, наоборот, теперь графика из оригинала будет. И не только в уровнях из Lost Levels, а вообще, короче, на всех уровнях, где в оригинальной моей вот этой игре была графика из оригинала, там теперь Lost Levels графика. А где Lost Levels, ну и, соответственно, наоборот. Больше ничего эта модификация из себя не представляет, но думаю, кому интересно посмотреть, может запросто скачать и поиграть, если кому-то интересно с такими текстурами свапнутыми, так скажем, поиграть. Также я еще, кстати, планирую сделать модификацию по смене дня и ночи. Короче, на тех уровнях, где был день, теперь будет ночь. А на тех уровнях, где была ночь, наоборот, день. Но это немного сложнее будет сделать, чем текстурки менять. Потому что там в редакторе, когда меняешь ночь, там отключается в меню настройках уровня концовка. Ее приходится заново включать. И надо в этот момент... И когда это делаешь, надо не оплошаться и правильно ее выбрать. Но сделать это можно. Я думаю, может, даже в ближайшее время займусь этим. Ну а так это обычный, давайте в варп-зону даже отправимся и на уровень из Lost Levels перейдем через нее. Вот, видите, первый уровень из Lost Levels, и он в оригинальной графике у нас. Конечно, большинство, естественно, продолжит также играть в уровнях на стандартных текстурах, если, конечно, мою игру кто-то играет. Но кому будет интересно поиграть вот в свапнутых, скажем так, текстурах, тоже милости прошу.
Вот так вот. Ну, разве что в замках текстуры остались прежними, потому что в этом редакторе текстуры из Lost Levels в замках, они почему-то такие же, как и земля там, только серые, и что как-то чего на самом деле быть не должно было. Дальше давайте Special Worlds тоже взглянем на них. Ну что, тоже уровни из Special, но в графике из Lost Levels, опять же. А так все по стандарту, все то же самое. Эй, блин. Эх, ну и ладно, пофигу, сколько мы очков тут наберем. Очки ничего нам не дают. Спешл тоже посмотрели. Теперь давайте этот экстра миры посмотрим. Главное меню тоже для замены текстуры везде тут у нас. Time Attack, собственно, там тоже замена текстуры, и да и везде. Приплей давайте откроем, мы выберем какой-нибудь там уровень. Вот, например, первый мир возьмем. Здесь ничего не изменено, потому что что в Lost Levels, что в оригинале, вот эти вот блоки квадратные, плитка вот эта, они одинаковые там. Надо какой-нибудь другой уровень было выбрать. Как, возможно, некоторые помнят, этот уровень является отсылкой на первый уровень из игры Bones. И, кстати, многие заметили, что вот как это так, тот блок с вопросительным знаком, до него же не добраться никак. На самом деле так и задумано. Я знал, что до него нельзя будет добраться. Это он так, можно сказать, для красоты стоит. В этом блоке нет ничего полезного. Опять же, просто монетка, если я ничего не путаю. Хотя, если бы к этому блоку можно было бы подобраться, я бы туда, конечно, бы и не монетку положил бы. А здесь уже мы видим другие блоки. Что деревья тут другие, вот эти под землей. А, блин, вот я что-то забыл, что здесь расстояние больше немного. Ладно, давайте выберем другой какой-нибудь мир. Что-то, наверное, я зря выбрал первый именно. Давайте, например, четвертый возьмем. И, наверное, пусть будет второй. Потому что на первом... Первый уровень это замок, а в замке у нас... блоки неизменные. А вот, пожалуйста, второй уровень. Здесь у нас, видите, как подземка теперь в стиле Lost Levels стала. Вот это. А что-то я тут, кстати, забыл.
Что-то я уже забыл, если честно. Нет, это не лабиринт. Ой. А тут, по-моему, кстати, не пройдешь без цветка. Ой, без гриба-то. Ну ладно, в общем, вы смысл этого мода поняли. Я оценку на него ставить не буду, так как его сделал я. Самого себя не оцениваю, меня оценивать должны вы. Давайте посмотрим еще какую-нибудь модификацию. Вот недавно подписчик присылал одну, например. Так, вот она. Запускается она с редактора самого и называется Super Mario Velux. Не Deluxe, а Velux, блин. Не знаю, почему она так называется. Ну, в общем, давайте запускать с нее. Не знаю, зачем с редактора прям запускать, но тем не менее. Так, создатели у нас тут. Класси, Казар, Идея, Максимадзе. Благодарю. Ну и давайте классик выберем, что ли. Говорит, что это демка, но она не такая уж и маленькая. И сразу нам предлагают 3 жизни и 2 гриба. Хотя я мог бы взять цветок, если бы не поторопился бы. Это нам предлагают выбрать уровень, я так понимаю. Там даже минус первый уровень есть. Давайте с первого начнем. Что он не работает? Что-то не работает. Алло. Какого фига он не работает? Да, этих я не допрыгну, и, скорее всего, они тоже не работают. Минус один. Меню-меню. Меню-меню почему-то называется, кстати. Хотя правильно-то майн-меню. О, я не знал, что этих можно под водой ставить. Ничего себе. Чувак, ты открытие для меня сделал. Я не знал, что этих черепах можно ставить под воду. Так, а я выбраться смогу теперь оттуда? Ну, блин. Допрыгнуть я сюда могу, конечно, но эти уровни все недоступны. Давайте попробуем еще раз. Ой-ой-ой-ой, да блин, ну это сложно. Я, наверное, неверную трубу зашел. Давайте посмотрим, что здесь. Хотя, может быть... эти работают уже. Так, и почему-то это типа у нас замок, потому что музычка из него играет. И вот это место очень напоминает, кстати, первый уровень из Lost Levels. Там наверху. Вот беда. Да я же не допрыгну до туда. Короче, не допрыгну. Высоковато, больно. Да что ж такое, а? Так хорошо прыгнул сначала, а потом... Давайте продолжим, наверное, еще раз. Ой. Блин, я забыл про этот, про гриб. Ладно, давайте туда не пойдем, давайте просто пойдем дальше. Посмотрим, что здесь. Ай, блин. Ой, и все, что ли? Блин. Блин. Порезался, наверное, немного, пока брился. И мы опять сюда попадаем. Ладно, давайте посмотрим, что в следующих трубах у нас находится.
Special Mario. А, ну давайте сначала Lost. Что у нас там по Lost'у? 1-2 это что у нас? А, я так и думал, они не работают. Ну, а, давайте посмотрим тогда, что там в Special Mario у нас. Так, это начало выглядит как уровень Super Mario Bros. Special, но в графике из Lost Levels и ночью. А, блин, реально, похоже, порезался. Так, и вместо цветка отравленный гриб у нас тут. Короче, как будто проклятый немного уровень из Super Mario Bros. Special. А в трубу можно зайти? Нет, нельзя. О, я уже думал, опять отравленный гриб будет. Ладно, вот, ну вот конец уровня не сильно-то похож на то, что был в Special. И ограничения по времени не было здесь. 1-2 у нас есть, отлично. Ага, а тут уже не так все. Ай, блин. Да еб... что? Ну, блин, вот это вот, оно уже. Это не я, это оно уже само. Чекпоинт так поставили. Special 1-2 у нас где? Нормально ты так чекпоинты понаставил, конечно, чувак. И куда это нас приведет? К Special 3. Давайте прям тут и начнем. Варп-зонные трубы. Не знаю, нужно ли в какую-то заходить. Да нужно, конечно. Один. Куда ведет? Опять в три. Ноль. Куда приведет? Супер-хард какой-то. Подождите, а мы тут разве не были? Мы же здесь были уже. Мы по лиане сюда забрались. Ладно, попробуем еще раз его пройти. Мне не получилось его пройти там. Ай, блин. Ой. Проскочил знатно. Опа. Посмотрим сейчас, насколько это супер-мега-хард, как вы нам говорите. Блин, ближе, он бы ближе бы подошел. Хотелось бы, чтобы он ближе подошел ко мне. Есть! Суд тоже мне супер хард, блин. Так. Ну и посмотрим, что у нас там в остальных трубах еще. Там еще что-то есть? Какой-то минус один там еще есть. И еще... О, господи, что это вообще такое? И меня опять сюда ты пашкать? Ну, нормально так. Тогда черточка минус один. А, нет, остальное не работает уже. Знаки не работают. А эти...
Нормальную эту демку, конечно, сделал. Ладно, посмотрим, что в А находится. А нету. Б нету, С нету, Д нету, Е нету, F нету. А, опять, а почему опять А? И что же в конце? Ничего в конце нету. Интересно, интересно, да. А, трубы все в одно место ведут. Я так и знал. Короче, такая вот странная у тебя демка. Я даже такую оценку и поставлю. Странные. Такие вот парочку модификаций мы сегодня посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. С вас лайк, подписывайтесь на меня, пишите на видос. Если вдруг тоже займетесь этим делом, то тоже присылайте мне свои игры, свои карты. И как-нибудь сниму, тоже поиграю. Подписывайтесь на стримс канал, влоговый канал, смотрю ВКонтакте. Всем пока.